В Пермском крае вопрос безопасности детей при переходе автодороги, а именно вблизи учебных заведений, стоит на особом контроле. Путь от дома до школы и обратно должен быть безопасен. Это аксиома. Где появляются пешеходные переходы возле школ и где отныне родители смогут быть спокойны, отправляя ребенка в школу, расскажут наши пермские коллеги. Знак должен быть какой? Пешеходный переход. Как правило, ребята все знают, но порой ленятся дойти до перехода. Этот перекресток в Кунгуре один из самых оживленных. Теперь соответствует всем требованиям. Знак на светящемся фоне, искусственные неровности и зебра. Кроме того, этот путь ведет к коррекционной школе, так что водителям нужно быть особенно внимательными и смотреть на новые знаки, которые, кстати, установили у знаменитой скульптуры «Пуп земли». Ведь ребенок для каждого родителя самое важное. Нужными и безопасными элементами оснащают подходы к школам и в глубинках, селах и деревнях. Пример – Троельга. Юлия теперь спокойна за дочку Надю. Возле школы есть и знаки, и разметка, которую ближе к 1 сентября обновят. Доходит до сюда, смотрит, что знак есть, и пошла спокойно по зебре. Переходит дорогу. Мы довольны. Всего по краю около 900 школ. За подготовкой подходов к ним даже в самых удаленных уголках следят региональные власти. Для устранения недостатков сотрудниками ГИБДД составлено 230 протоколов. В настоящее время около 80% недостатков уже устранено. Все понимают важность этого направления, все реагируют. К 1 сентября мы планируем выйти с безопасными дорогами, безопасными подходами к школам. О, 4 метра. А так работают общественники и призывают всех неравнодушных обращать внимание на дороги, ведущие к школам. Проводим регулярные выезды и приглашаем для этого жителей, чтобы они смогли сами посмотреть, где-то подсказать о том, что нужен данный переход. Активно власти готовы к этому подключаться. Контрольная дата 10 августа. К этому времени все недочеты должны быть устранены. Проверят и Кунгур, где должно появиться больше зебр, и Троельгу, где все уже готово и протестировано местными малышами. А также работу в других уголках края – Орде, Чернушке, Соликамске, Суксунском, Кунгурском и Губахинском районах. Лариса Стрельникова, Александр Неверов, Вести Пермь.